inside today. Do you know what I'm talking about? Say yeah. Oh, I can't hear you say yeah.
a hold of me. Don't know what it is comes over me. See, sometimes it really gets a hold of me. Oh Lord. I lose my mind, I lose my mind, go
что же, всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на второй этап форумного турнира 3-7 октября. Сегодня будем наблюдать за командами Quantum и Клопки. Собственно, ребята решили играть 4 на 5, потому что им не вился один игрок. Собственно, за команду Quantum у нас выступают Аскал, Дреля, Джерри и Флакс. И за команду Клопки... Или нет? Нет, это было... Я понимаю, команда Quantum справа. Немножко перепутанное у ребят название. Помните, ладно, команда Quantum справа, это, значит, Свити, Симферопо, Клик, Флюенс и Зонгт. Вот такие ребята сегодня будут играть. А мы поставим галочку наблюдатели и нажмем Go. Собственно, раз такое дело, то нужно вот так вот. Готово. Ну что же, карта Люксвиль. Давайте начнем. Начнем нашу игру. Надеюсь, сейчас все прогрузятся, потому что и так стрим запоздал аж на полчаса. Из-за того, что сначала одной команды не явились противники, потом второй. И так далее. Ну что же, ладно. Четвером будут ребята сейчас атаковать. Смотрим. Джерри отыгрывает по ДЛу. Флакс вместе с Дрелли идут под семерку. Ну, Аскал пока что просто решил стать немножко в АФК. Почему бы и нет? В общем... Что у нас уже творится? Флакс, стрель уже вылетают просто на мидл. Получают по щам, и вдвоем остается атака на Скал. Скал все еще не очнулся. Джерри стреляется на тройке. 75 кп, однако у него запас всего лишь остается. Тоже по зонгту. Был попадать, но нет. Тут уже Симферополь просто выходит и... Я думаю, в щи. Это был Свити Джо. Ну ладно, в общем, Аскал. Очнулся парень, есть один минус по Флюенсу. В принципе, здесь еще рядом еще один игрок. Да, Свити Джо. Что же, Аскал, начекает, не начекает его. Вот он, Свити. Дочекал Аскал, 53 хп, однако Аскал остается. Свити уже красненький, отбегает. Где же... Клик. Клик! Закликал парня по голове, и первый раунд... Первый раунд у нас за командой Quantum. Уже отыграли ребята уже. Один раунд. Ну, в принципе, сказывается преимущество на одного игрока здесь. Зонгт. Сабмодочка. Такой необычный, в принципе, выбор. Дрели по. Дейл отыгрывает. Давайте посмотрим за ним. Ой, СК, второй минус. Что этот парень делает? Дрели также разменивается по клику. Свити Джо, однако, огрызается одним фрагом. Всего лишь 3 в 2 в 2. Симферополь. Это еще один минус. И 2 в 2 ребята остаются. Флакс уже на бете вместе со Скалом. Ну что же. Флюенс. Зачек у ребят в бете. Где же Симферополь? Вы заходите спину Флаксу. Нет, Симферополь перестрелял все-таки его в голову. И остается один Аскал в отыгровке. 1 в 2. 17 хп у него всего лишь в запасе. Остается в спину. Он прыгает. Есть один минус от Аскала. Неужели это будет еще один минус? Аскал. Дружище, по голове не попадает просто. Отходит. Перезарядка. Кто же кого? Не догнать этого парня. Аскал! Нет, все-таки Симферополь оказался сильнее. 2-0. Становится счет. Ну и, в принципе, практически вытащили раунд. Миссия успешна. Но не дали. Не дали ребятам такой возможности. Уже Дреля есть опенфраг по Симферополю. Держа Скал сам на своей гранате взрывается. Как же так? Флюенс играет голову по Флаксу. Здесь же Свити Джо поддерживает его. Еще один минус. Он Дреля перестреливает в голову. Тем временем клика. И 1-3 остается. Ну тут зонг с мотчкой. Тут как тут на Дреле. Третий уже раунд за командой Quantum. Ну... В принципе, достаточно просто пока что ребятам играется. Вон, Флакс еще пока что в Джерри не включились в игру, но, думаю, если не включится, будет уже посложнее Квантовым играть. Пока что Клопки отстают. Флюенс на приеме нижний. Да, ребята идут под троечку. Возможно, это будет спрыг. Нет, они просто врываются в тройку. Или пока что халдят под тройкой.
броски. Клик уже на чеку где-то там дрелю. Свитит Джо. Флакс, один минус. Зонг-то разменивается. Джерри дает пачку. Зонг-то и 2 в 3. В принципе, сейчас можно еще зачекать. Джерри, 22 хп. Зачекал Симферополя, проходит под бету ребята. Ну и здесь же Джерри со скалом. А скал решил сейчас просто в спину зайти. Здесь же Флюгенс выходит с гранатами, но все-таки дает пачку. Держи на девятке, еще один игрок, а скал, вторая голова, ну просто не остановить этого парня. Бомба была стал на девятке, тут же клик. Тут же клик будет выходить, нет, не перестрелял. Один в один, клик, 6 хп, Джерри 22, бомба установлена, должен сейчас нашивать Джерри. В принципе, удобная позиция для этого, но нет, 1 хп у Джерри, кто кого. Все, одна пуля должна попасть с каждого из игроков, чтобы их убить. Нет, клик все-таки справляется. Своим аимом получше в этой игровке. Ну и четвертый уже раунд забирают. Квантум. Ну вот на волоске уже два раза ребята были из колобков от раунда, но увы. Пока не получается. Джерри с Флаксом подходит по ДЛу сейчас. Здесь же Симферополь с кликом идут на аркаду. Симферополь двоих разложил, просто неудачно ребята пошли, как подгадали. Сейчас квантумы, ну что же, Аскал отлетает вместе с Дрели, это пятый раунд, ну просто сыпятся ребята. Просто не могут никуда войти. Или выйти, Дрель снова пошел по ДЛ на этот раз. Уже более закрыто там отыгрывает. Аскал. Однако настреливает неплохо этот парень, очень даже хорошо. Здесь же еще вырвался просто Свитит Джо второй. Пачка, нет, это был Джерри. Клик разменится под рели. 3 в 3 ситуация. Может сейчас отыграть Флакс, минусует Флюенс. Здесь же Аскал встретил одного игрока на бете. Аскал перестреливает, остается один. Клик, ситуация 1 в 3. И тут просто Флакс все-таки его перестрелял на медле. Это первый раунд для колобков. Все-таки ребята забирают один раунд. Ну что же, первую сторону уже по-любому выигрывают квантум, и осталось лишь посмотреть, с каким счетом они это сделают. Ну а тут у нас Свитит Джо в поджиме, просто в наглую. На семерке сел. Где он? Вот он, Свитит Джо. Ну пока что сидит. Пока что никого здесь нету. В спину Флакс, как он его просто с мостика забрал. Зонг принимает одного. На троечке и Флакс остается 1 в 4, 72 хп, в принципе, есть, можно перестрелять, да, Зонг-то перестреливает, здесь Флюнь за нижний, стреляет, только не хп, Флакс. Что творит этот парень, ну, просто что-то замешкался и убили его с девятки. Ну, а так затащить, в принципе, мог. 6-1. 6-1 становится... Счет, ну нужно сейчас колобкам понабрать еще несколько раундов, чтобы хотя бы за вторую половину будет, наверное, проще вчетвером за синюю сторону, но посмотрим. Ребята пытались вернуться в тройку, и тут же Свитит Джо, Зонг, просто разобрали, ребята, Флакс перестреливает, атака Зонг-то, здесь же второй минус Флакса, ну нет, клик все-таки тут дал пачечку. 7-1, ребята. 7-1. Ну что же, с такой тенденцией сейчас можно даже 8-1 взять в сторону. В принципе, последний раунд. Вот это игроки Симферополь просто уже в аркаду. Ребята ходят, а скал, однако, есть пачка. Здесь какой-то разменчик. Сложно. Сложно ребятам нападение. Тоже здесь же Зонг, тоже в упоре. По ДЛу! Проходит Джерри вместе с Дрели, просто ПТЛ у Дрели есть один минус, 10 хп, однако у него всего лишь остается 2 в 3 ситуация. Флюинс просто стоит, чего-то ждет. Дреля! Начекал одного игрока синей команды. Ну, в принципе, Джерри за нижний убивает Флюинс и Дреля, 10 хп, 1 в 3 остается этот парень. Лычка за матерку есть, можно и потащить, в принципе. Но хотя 10 хп, тут особо не разбежишься. С таким процентом здоровья. И тут уже просто по ногам его можно было сейчас зачекать. Свитит Джо в бете должен сейчас чекать. Да, зачекал здесь дрелью и выбивает. Просто выбивает еще один раунд для своей команды. 8-1 становится счет в первой половине. Ну, посмотрим, ребята. Возможно, посильнее будут отыгрывать за... синюю сторону.
Давайте сейчас очень-очень быстренько почитаем приветики на Твиче. Сириков передает привет клану Wild Hunters. Также тут у нас Тесоро Лобера. Ого. Передает привет на команде i2Heart. Ну и в принципе, больше тут приветиков пока что нету. Ребята, активнее оставляйте привет. Я буду их зачитывать с удовольствием. Почитаю ваши приветики и передам. Собственно, ждем. Симферополе, что происходит? То ли меня выкинуло, то ли что. Хорошо, меня крашнуло. Это прискорбно. Надеюсь, стрим-то продолжит сейчас. А стрим продолжается. Черт, ребята, извиняюсь. Технические неполадки небольшие. Мы обратно возвращаемся. Уже бежим. Так. Моменто. Нужно вернуть сейчас обратно экран. И я думаю... Да, он на месте. Прекрасно. Вернули мы экранчик. Можно жать готов. И продолжаем. Сейчас верну я все свои любимые причиндалы. Но на место свои стримерские и продолжим игру. В общем, да. Ну, технические проблемочки небольшие. В общем, ждем сейчас флакса и продолжим. Не появилось ничего нового по билдбаю, ребят. В принципе, все как было, так и осталось. Напоминаю, что счет достаточно прискорбный для ребят из команды Колобков. 8-1 в пользу Квантум. Ну и нужно сейчас хотя бы в защите забирать ребятам раунды, потому что в четвером они отыгрывают, это очень сложно без одного игрока. Так что начинаем, ура! Мы начинаем, все продолжается. Загрузка. Надеюсь, сейчас никого не крашнет. А, прекрасно, все прогрузились. Ну что же. Команда Колобки в защите. Четверо. Сейчас их будут отыгрывать. Вчетвером ребята уже из Квантум просто бегут, волосы назад под Альфу. Ну это просто сейчас на фасте будет врыв. Свити Джо врывается на Дрелю. Дрелю теперь стреливает одного. Что же Дреля взрывается на гранате. Где же Кик-клик? Врывается в семерку. Ой, в тройку. Фраг с Джерри по фрагу и... Зонг-то разменивается, и Джерри остается 1-2. Бомба будет сейчас спадать на Бетти. В принципе, 100 хп. У Джерри есть флюенс 59, Зонг 38. Бомба была установлена. И сейчас Джерри будет уже врывается на флюенса, но нет, тот его перестреливает. И 9-1. Ну что же, до допов ребята из Квантум уже доиграли. Пошли сейчас... Так сказать, матчпоинты. Один раунд нужно Квантумом забрать до победы. Но ребятам из Колобков нужно очень сильно попотеть, чтобы сейчас... Ну, Дреля штрафует Свити Джом, но с Нефро моментально по нему разменивается Квантум. За свой обмоточкой вырывается просто тройку. Все, ребята уже сыпятся. Дисциплин должен догонять Джерри. Это Аскал упал от Флюенса и...
игра завершается со счетом 10-1 в пользу команды Quantum. Ну вот примерно так, ребята. И отыграли. В принципе, посмотрели. И что у нас тут еще? Если свободная комната, нет, я как понимаю, на сегодня это все. Всем, ребята, спасибо за просмотр. С вами был ПБТВ, у микрофона Falcon. Это форумный турнир 3-7 октября. Собственно, увидимся. Всем спасибо, всем пока.